Всем привет! Вот сегодня хочу показать. Сегодня мы разберем два вот таких лазерных модуля. Посмотрим, что у них внутри. Да, выглядит очень интересно, очень маленькие, очень красивые. Такие парочка. Один красный, другой зеленый. Вот это два драйвера к ним. Довольно-таки сделан компактно. Ну, с ними же блок питания. Вот такой. Да. Это сам дернул я их вот из такого проектора звездного неба. Может кто сталкивался. Видел похожие вещи. То есть, ну, про разбирание самого проектора, конечно, видео посчитал. Не стоит снимать. Поэтому вот это. Ну, то есть. Можно сказать, бессмысленно, так сказать. Потому что здесь моторчик, это самое, которое через ремень двигает дифракционную решетку, стоящую вот в этом колесе. И таким образом получается звездное небо. Ну, естественно, сейчас я вам покажу вот то, что вот внутри там у него. Вот так вот. То есть я посчитал это бессмысленно делать. Отдельное видео разбирание проектора, поэтому вот сама плата управления, то есть он, да, он DMX, он DMX звездное небо, вот такой вот светильник. Не скажу, что интересный, ну просто решил купить, так сказать. И чё ж, купил, конечно, его именно вот из-за этих модулей, потому что у меня используется собственный небольшой проект, ну, скажем так, лазерный проектор, где стоит, вот один такой уже стоит, а тут парочка прям попалась, то есть таких красивеньких и одинаковых, чтобы не делать отдельную площадку, где выравнивать их по высоте, а просто поставить все на одном уровне. И таким образом сделать РГБ. Так, сейчас вам покажу, конечно, как они работают. Наверное, не знаю, конечно, получится, не получится сам показать, как два-то работают. Но один точно получится показать. Я подключу 220 блок питания. И запущу зеленый. Так сказать. Только он что-то даже не запускается. Опять вечно что-то отошло. Что-то не запускается. Он требует либо модуляцию требует, чтобы мы подрубили, либо что-то где-то отошло. А, он аналоговый. То есть я забыл про это сказать, он аналоговый. То есть, чтобы запустить его, можно так сказать, не обязательно, короче, касаться двух контактов. Достаточно коснуться одного. То есть это говорит о том, что с помощью него можно получить довольно-таки много оттенков. Конечно, мощность небольшой, всего лишь 30 мВт, по-моему.
Ну, довольно-таки светит нормально. Чё ж, вот только красным как бы. Ну вот, короче, решила не заморачиваться с этой шлепой. В этот раз решил тупо пойти простым методом. Подключить его к лазерному проектору. То есть к платье-драйверу лазерного проектора. И то есть, дабы показать вам, как они вообще светят. То есть, чтобы не паяльником, просто в данный момент нету. Эта сволочь решила сгореть. Сейчас проектор вводит в режим. И я покажу, как они хотя бы светятся. Вот. Вот так. Зеленый работает в полную мощность. То есть самое от другого драйвера, так сказать. Кстати, драйвер по мощности примерно такой же, как и родной. Только родной аналоговый, а этот TTL-овский. Да. Я решил, что так все-таки проще, потому что я все равно буду драйвер покупать отдельно. Ну, то есть у меня там RGBQ-система стоит. Ну, то есть красно-зеленый это самое. Я буду покупать RGB еще драйвер. Вот, так вот. Говорит, красный, прям настоящая звезда, так сказать. И, естественно, сейчас я покажу, выглядит реально очень красиво. Конечно, лучше красный так не видно, но зеленый видно хорошо. Теперь мы их разберем. Это чудо, как говорится. Все выключу. И посмотрим, как они устроены. Потому что корпуса довольно-таки красивые. Так, а вот он отвертчик, который мне так нравится. Начнем мы, конечно, с красного. Булочки такие. То есть сделан, кстати, тоже довольно-таки хорошо. Особенно внутри. То есть можно поменять лазерный диод. И стоит в латунной такой балдашке. Конечно, не знаю, смогу ли я выключить саму эту латунную фигню. Хотя, давайте попробуем. Может быть, вниз. Раскрутим все нахрен полностью. Один человек нет. Это снимать. Нет, здесь, походу, до нее хрен долезть. Походу, на то запрессовано. И пойдем простым методом. Попробуем открутить так. Ни хрена не откручивается. А, все-таки зафиксировать, засранцы. О, что-то пошло. Да, кстати же, прям много я применил. Сделано все очень просто. Но интересно. Диодик стоит. Латунный такой балдашки. И почему-то куча энергетика, прям, которая протекала прям вот вплоть до диода. Ну, короче, маленький качественный модуль. А линзочка стоит пластиковая. Нифига, выходит некачественный. Ниночка пластиковый стоит. То есть он вот так он сделан. Теперь попробуем разобрать другой. Снимаем. И здесь тоже ни под один голочек нету. Ничего. Зеленый, конечно, устроен поинтересней. Здесь
болтики. То есть площадка снимается, на ней стоит диод, скорее всего, с креплением C-mount, креплением болтом. Не знаю, кому попадались такие модули в лазерных проекторах. Раньше очень искал. А, там шестигранники, блядь. Это отверткой кручу нафиг. Тем не менее, два открутился. И вот. Вот сама система. Вот так выглядит внутри. Линзочка стоит здесь стеклянная на зеленом. Так, а вот так... Что, он расфокусировался, что ли? А вот так сделан сам модуль. Так, рассеивающая линза. И вот в этой балдашке вот у нас стоит кристалл, именуемый КТП, титанилфосфат калия. Там вот стоит лазерный диод с креплением C-mount. Датчиков, конечно, к нему никаких нету, но я имею в виду контроль температуры и все такое. Однако же он стоит вот на такой диэлектрической подложке. То есть сам модуль, он защищен от внешнего, допустим, воздействия, ну, электрического воздействия. То есть потому что C-mount плюс находится на корпусе, потом здесь сделано через прокладочку. Еще поглядеть, там стоит еще одна, ну, типа подкова, я так называю, и стоит как раз КТП. Давайте открутим все это дело и посмотрим, как оно выглядит там. Да, кстати, он есть болточка для настройки. Это все дело. Так, для начала мы сейчас все пометим это дело. Конечно, по-другому здесь вряд ли. Потом закрутишь. Вот. Вот мы и сняли. Опять кучу-кучу клея в лазерах, точнее силикона, да, это именно силикон-прокладка, герметик-прокладка, самое что-то именно есть, ничем не отличается от магазинов, которые продаются в тех же там Жигулях или еще каких-нибудь других магазинах. Вот стоит сам лазерный диод с креплением C Маунт, инфракрасный лазерный диод, 808 нанометров. Сам кристалль, конечно, очень миллипизерный. Скорее всего, он, ну, может быть, милливатт 500 всего лишь для накачки кристалла зеленого лазера. Поэтому вот так он сделанный. А здесь, конечно, шестигранник стоит. То есть маленький, но интересный. Ну что ж, всем пока.